Всем привет! Вы смотрите Вики Шоу Плей. И как вы можете заметить, я прямо сейчас нахожусь в тюрьме. Представляете, я в тюрьме в Роблоксе. Но это не обычная тюрьма, это фиолетовая тюрьма с Куроми. Кто не знает, Куроми — это вот такой вот миленький персонаж из Hello Kitty. Ну уж Hello Kitty знают, мне кажется, абсолютно все. И я нахожусь в тюрьме Куроми, подружки Hello Kitty. И прямо сейчас вместе с вами мы попробуем сбежать из этой тюрьмы. Я очень надеюсь, что у нас это получится сделать. И получится это сделать только благодаря вашей поддержке. Поэтому сразу же поставьте лайк прямо сейчас под этот ролик, чтобы у меня все точно получилось. И чтобы я смогла выжить и сбежать из этой тюрьмы. Чтобы меня никто не поймал, чтобы я была целой и невредимой. У нас тут есть подсказочка, стрелочка вот такая. Значит, мне нужно бежать вот сюда. Кстати, со мной сбегает очень много человек. Вот, идем сюда. Нужно открыть решеточку. Все. И теперь мы идем вот сюда. Так. О, смотрите, нас встречает Hello Kitty. Только почему она какая-то синяя и очень странная? Видимо, она объелась бургеров и немножечко вот так вот растолстела. Так, что нам нужно делать? Нужно прыгать по каким-то платформам, чтобы не упасть вниз. И нас тут еще сдувает ветер. Вы когда-нибудь видели такое в тюрьме, чтобы вот так вот нужно было прыгать и выживать? Какой кошмар. Так, опа. Какая-то интересная комната. Здесь стоит Куроми. Она живая? Ой, да нет, не живая. Слава богу, нас никто не поймает. А то я уже боюсь, что я захожу в комнату, и меня пытаются убить внезапно. Если вы смотрели мои предыдущие ролики по этим всяким играм, то вы наверняка помните и знаете. Так, опа, мы активировали кнопку. Скорей, скорей, пока они не опустились, эти платформы. Нужно пропрыгать, все супер. Ой, смотрите, это Синнамарол. И еще одна Hello Kitty. Так, открываем решеточку. Пока что мы с вами живы. Ваш лайк, между прочим, работает. Я очень рада, что вы поставили лайк. Смотрите, как много здесь разных персонажей. Прикольно. Посмотрите. О, нет. Видите, меня заметила Куроми. Нет, 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 она меня сейчас догонит. Скорей, сюда, наверх. Куда? Нет, 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 пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой, сюда. Быстрей. Все, смотрите, она не может меня достать. Все, я выжила, она меня не догнала. Я быстрее нее оказалась, и все, она теперь просто не может выбраться. Зато я жива. Не мои проблемы, что она где-то там застряла. Главное, что я выжила. Так, У меня открывается решетка, смотрите. Я иду точно по указателям. И здесь не открывается решетка. Эй! Почему все проходят через решетку, а я нет? Надо было нажать на рычаг. Даже не на рычаг, а на кнопку. Вот она. Что-то я про это совсем забыла. А Куроми меня ждет прям там. Ребята, что делать? Она ведь меня сейчас поймает. А, нет, она здесь. Нет, 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 нет. Она не успеет, все. Фух, она не успела меня догнать. Что-то я совсем забыла, что все-таки я пытаюсь сбежать из тюрьмы. Тут все-таки не так все просто. Вот секретная кнопка. Так, идем сюда вниз. Куда нам? Куда? А, прямо, все. Ой, фу, здесь какая-то мусорка. А, я в туалете, смотрите-ка. Да что мне тут предлагают купить? Я вообще-то не слишком богата, у меня денег мало. Так, куда нам? Опа! Смотрите-ка, лопата. А, нам нужно яму копать. Ну хорошо, я копаю. Я сделаю все, чтобы сбежать отсюда и остаться живой, да. Потому что не хочу, чтобы меня посадили в тюрьму, особенно Куроми. Потому что Куроми, она немножечко злая. Вот, кстати, если вы могли заметить, у меня на штанах Куроми. И вот такая вот, ну, как бы есть еще наушники с Куроми. И шапочка, все такое розовенькое. И бантик, усики, все связанное с Hello Kitty и Куроми. Причем этот скин я делала давно. Не специально, чтобы поиграть в эту игру, я заметила это только сейчас. Смотрите, это наш любимый мостик, где обваливаются дощечки. Где-то я это уже видела. Вот эта локация какая-то знакомая.
Ну ладно. Так, что у нас тут дальше, еще какой-то паркур? Где мы вообще находимся? Почему в тюрьме такие большие туннели? Катаются огромные непонятные шары. И все такое странное. Вот смотрите, вот в реальной жизни в тюрьме вы видели когда-нибудь такой шар? Да никто не видел. Я просто в шоке. Смотрите, просто бездна, откуда падают эти шары. Ужас. Посмотрите, там просто черный какой-то непонятный проход. Никто не знает, куда он ведет. И лучше не знать. Так что подпишитесь, чтобы не узнать, что там находится. Вдруг там вообще живет какой-то монстр, которым никто не знает. И этот монстр специально сидит и пускает эти шары вниз. Так что, ребят, подпишитесь. Так, ой, здравствуйте, а что, а куда? Сезам, откройся, дверь, нет! Все, меня Hello Kitty поймала. А что, а куда надо? Вот дверь, стрелочки, комната какая-то секретная. Рычаг, нет, куда я нажала, что это такое? Что это было? Так, ну все, теперь я точно знаю, куда нам идти. Пока нас догоняет эта большая Hello Kitty, мы нажимаем на кнопку. Не получается. Она быстрее меня, и мне тяжело. Кнопка уже нажата. Все, я уже запуталась. Нам просто прямо проход открыт. Нет. Нет, все, она меня не поймала. Фух, я думала, она сейчас будет за мной прыгать по этой сломанной лестнице. Я тоже где-то ее видела, что-то очень знакомое, ну ладно. О, здравствуйте, My Melody, привет. Так, идем сюда. Это лифт. Нажимаем на кнопку. Фух, я испугалась, я уж думала, лифт пропал, придется перезаходить. Так, поднимаемся. И где? Вот, все. Отлично. Так, кафетерия. Туда мы не сможем пройти. Ну, значит, наша любимая газировка, ребята. Выпили, все, я супер быстрая, смотрите. И теперь снова наш любимый урок физкультуры. Мы снова бежим по огромным скалам. И мне до сих пор... Меня до сих пор волнует вопрос, как это все помещается в какой-то обычной тюрьме, ребята. Я просто в шоке. Внизу какая-то фиолетовая лава, непонятно что. Да, и наша любимая концовочка, некультурная такая. Извините, пожалуйста. Так, поднимаемся наверх. Но мне кажется, зато это самая красивая тюрьма, потому что, знаете, у меня было много побегов из тюрьмы в Роблоксе, я много чего видела, но вот это, правда, самая красивая. Так, опять нам нужно что-то наверху здесь достать. Ну, поехали, давайте поднимаемся сюда наверх. Да так нам надо и сюда. Ой, смотрите, меня ветер сдувает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, я просто стою, он у меня сдувает. Ой-ой-ой, все. Фу, теперь не сдувает. Все, я выжила. Ветер настолько сильный, что вот аж меня сдувает. Представляете? Так, теперь мы бежим куда-нибудь. Теперь мы бежим куда-то сюда. По каким-то железным трубам поднимаемся наверх. Так. Нам нужно сейчас закрыть вот эти вот, как это называется, я не помню. В общем, нам нужно сделать так, чтобы отсюда не было никакого дыма или это пара, вроде пара. Так, значит, нам нужно идти вниз и перекрыть еще и вот здесь вот. Все, перекрыли. Теперь можно подниматься наверх. Так, стоп. Вот последний остался вот здесь. Так, сюда. Все, закрыли. Вроде бы все, больше ничего не нужно перекрывать, поэтому идем наверх. Все, да, смотрите, никакого пара здесь нету. Теперь можем спокойно подняться и идти. На нас ничего не подует, и мы останемся живы, здоровы, целы, невредимы. Вот. Идем сюда.
Так, и снова какой-то туннель, какая-то вентиляция. Так, как сюда залезть? Все. Смотрите, как красивый, красивый туннель. Снова я вижу, как дует ветер. Угу, видимо, мы сейчас будем супер быстро бежать по этому ветру. Вау! Просто смотрите, я даже стою на месте, и меня уже уносит. Быстрее, 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 быстрее. Это я вот так вот бегу. Вот мне когда мама сказала, Вика, я приготовила покушать, вот я так же бегу. Вообще-то это правда, я люблю кушать. Снова ветер. Уа, мы куда-то летим. Так, нам нужно сюда, нам нужно сюда. Вот сюда, давай, 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 давай. Ай, не получилось, не получилось, быстрее. Фух, все, опять бежим по вентиляции. Я их так не люблю. Опа, смотрите-ка. Столовая. Ой, это что, она ко мне идет? Это она ко мне? Ой, реально ко мне. Ну стой, подожди. Китти, Китти, подожди, стой. Стой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Она мне убить собралась. О, пушка, я вижу пушку. Нам нужно преодолеть эту Китти, чтобы она меня не убила. Да я должна ее убить, давай, быстрей. Берем пушку. Все, забрала. Получай, получай. Нет, нет. Ну вот, она меня убила. Ой, так нечестно, это тяжело. Она быстрее меня, чтобы вы понимали. А, все, она у меня уже есть. Получай, получай, я пуляюсь в нее. Получай. На, на тебе, на, прям в живот и в голову. Поняла, да, ты плохая. Hello Kitty добрая, а ты плохая. Вот тебе. Взорвалась. Все. Я победила. Я сильнее. Это все благодаря вашим лайкам. Вот вы ставите лайк. Я действительно могу выиграть в играх. Это очень круто. Смотрите, за нами до сих пор наблюдает камера. Эти камеры преследуют меня везде. Во всех играх с выживанием. За мной следят камеры. Даже в Poppy Playtime. Ой. Я думала, я зависла. Да, ну видели, я просто в воздухе повисла. Смотрите, какая большая локация. Вау. Так много пустого места, и все это находится в тюрьме. Куроми, еще раз повторяю. Куроми и все ее друзья присутствуют здесь. Так, снова мы поднимаемся куда-то наверх. В огромный туннель. Просто посмотрите, насколько же он большой. И просто очень высокий. И мы летим через лазеры, пытаемся выжить. И... хоба! Все, супер. Так, где теперь мы с вами оказались? Что-то непонятное здесь происходит. Ну ладно, давайте... Стоп. А я разве смогу допрыгнуть? А, так, нам нужно идти куда-то наверх. Погнали. Что у нас здесь? А, наши любимые доски, ребят. Кстати, на этот раз даже не доски, а какие-то металлические платформы. Ой. Я хотела обхитрить систему, но что-то не получилось. Ладно, давайте возьмем новую доску. Хоба! Так. Ну, давайте по порядку тогда пойдем. Идем сюда. Платформу сюда ставим, переходим, забираем. Ставим ее сюда, переходим, забираем. И, да, в принципе, да, пойдемте вместе с ней. Ой-ой. Где я? Что? Огромная Куроми, смотрите! Что с ней? Какой-то костюм. Я уже знаю, как ее преодолеть. Нужно стрелять не в нее, а именно... А, нет! Нужно стрелять именно в ее плечи. Смотрите, вот сюда. Но у меня это всегда слабо получается. Я не знаю, почему. Нет, 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 нет. Она всегда сильнее меня. Это нечестно. Она сильнее меня. Она больше меня. А у меня маленькая, слабенькая пушечка. И каким образом я должна преодолеть ее? Вы смотрите, она просто стреляется. А, что, мне опять предлагают что-то купить?
Зачем? Во-первых, я не богатая в Роблоксе, а во-вторых, смотрите, что у меня происходит. Вы меня отвлекаете, ребята, которые предлагают мне купить что-то. Хотя, ой, неважно. Смотрите, уже меньше половины пройдено. У меня так мало здоровья, ребята, и оно у меня даже не восстанавливается. Нет. Нельзя, чтобы я проиграла. Нельзя, чтобы Куроми меня убила. Смотрите, она уже без одной руки. Осталось совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Давай, 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 давай. Я не могу. Я все время стреляю мимо. Давай. Еще один удар. Все. Давайте. Все. И от нее ничего не осталось. Я выжила. Посмотрите, как у меня мало здоровья. Фух. Открылся проход. И здесь нас встречает машина. Мы садимся. И я уезжаю. Снова без стула почему-то. Как всегда, у меня нет стула. И мы просто на огромной скорости уезжаем отсюда. И нас встречает выход. Мы выходим и идем сюда. Как всегда, наша пушечка всегда с нами. Мы можем пострелять едой. Смотрите, вот мороженое, морковка, курочка, пицца, коктейли, молоко. Мы просто стреляем куда-то в небо едой. Посмотрите, вот у меня заряженный бак с едой. Посмотрите, пончик, пицца, морковь, бургер. Ну вот, из-за этого я теперь захотела кушать. Смотрите, какая черная дыра, что она здесь делает? Интересно, что будет, если в нее упасть? А я ведь почти прошла игру. Давайте сначала я заберу здесь чекпоинт. А, здесь нету чекпоинта, здесь нас встречает вертолет. Ну хорошо, давайте сядем в вертолет. Это уже что-то новенькое. Интересно, куда мы полетим. Так, я взлетаю. И куда же я? Опа, где я? Где я, где я, где я? Так, я прилетела. И здесь какая-то чил-зона. Смотрите, подъем куда-то наверх. О, я могу уже, смотрите, взять суперскорость. Опа, вот она суперскорость. Еще супер прыжок. А, и это все. И нам теперь предлагают поиграть. Смотрите, та же самая игра с тюрьмой, только мальчики против девочек. Смотрите-ка, ребят, прикольно. Знаете, если вам понравилось это видео, как я сбегаю из очередной тюрьмы, то поставьте лайк. И если наберется много лайков, то я поиграю вот в эту игру, где мальчики против девочек будут делать побег из тюрьмы. Все зависит от вас. Поставьте лайк, и я сразу же пойду играть. Что у нас еще тут есть? Ой, смотрите, низкая гравитация. Обалдеть, как я высоко прыгаю, да еще и как-то летаю. Так, смотрите, что это я тут нашла? Здесь просто персонажи в воздухе. Смотрите. Ого. Может, это какая-то пасхалка? Ну ладно. А еще я нашла здесь, смотрите, вот ветер, который здесь дует. Та самая высокая, огромная башня. Вы только посмотрите. Я вправду вам говорила, насколько же она огромная. Вы видите? Я просто в шоке. О, нет, я лечу! Нет! Оу. А, ну все, я жива. Не волнуйтесь. Опа! Ну просто посмотрите, как высоко я прыгаю. Давайте куда-нибудь сюда. Можно здесь бегать? Все, я могу здесь бегать. Смотрите, как прикольно. Просто прыгаю, бегаю по всей карте и наблюдаю. Ну какая красота. Ну что, ребят, правда, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо, что смотрели это видео до конца и помогали мне с прохождением этой игры. Только благодаря вам я сегодня сбежала из этой тюрьмы Куроми и Hello Kitty. Всех вас люблю, всем пока-пока и до встречи в новом видео. Пока-пока!